Вашему вниманию представлен проект закона Республики Хакасия о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Формирование закона о бюджете фонда на 2021 и на плановый период 2022-2023 годов основано на дальнейшем реализации федерального закона 326 об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации. Закон подготовлен с целью утверждения основных характеристик бюджета территориального фонда. Бюджет территориального фонда на 2021 год сформирован с дефицитом 25,5 миллиона рублей. Источником финансирования дефицита бюджета на 2021 год является изменение остатков средств обязательного медицинского страхования по состоянию на 1 января 2021 года. Планируемый остаток направлен на повышение квалификации, приобретение, ремонт медицинского оборудования. Основные характеристики. Общий объем дохода фонда утверждается в сумме 10 432,1 миллион рублей. Из них субвенции из бюджета федерального фонда 10 094,9 миллиона рублей с увеличением к 2020 году на 216,2 миллиона рублей или 2,2%. Межбюджетные трансферты из бюджетов ФОМС других субъектов Российской Федерации 292,2 миллиона рублей с увеличением к 2020 году на 11,2 миллиона рублей или 4%. Прочие неналоговые доходы, в том числе и на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников, по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 45 миллионов рублей. Доходы запланированы на 2,6 миллиона рублей или на 4% выше уровня 2020 года. Общий объем расходов бюджета фонда утверждается в сумме 10 457,7 миллиона рублей. Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС составляет 10 030,7 миллиона рублей. В сравнении с 2020 годом увеличение расходов на оплату медицинской помощи в рамках реализации территориальной программы составит 212,3 миллиона рублей или 2,2%. Из них на оплату медицинской помощи на территории Республики Хакасия 9 385,9 миллионов рублей с увеличением к 2020 году на 187,4 миллиона рублей или на 2%. Медицинских организаций других субъектов Российской Федерации 644,8 с увеличением к 2020 году на 24,8 миллиона рублей или на 4%. Расходы на финансирование и обеспечение оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Хакасия лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, составляет 292,2 миллиона рублей. В сравнении с 2020 годом на 11 рост составляет 11,2 миллиона рублей или 4%. Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования составят 70,5 миллиона рублей. И расходы на выполнение управленческих функций фонда 64,2 миллиона рублей. Статьей 7 закона утвержден нормированный страховой запас и определены направления его использования. Предельный размер нормированного страхового запаса по расчету на 2021 год составил 1 204 миллиарда. Формирование нормированного страхового запаса осуществляется в соответствии с приказом Федерального фонда номер 54. Доходы и расходы территориального фонда на плановый период 2022-2023 годов планируются в размере 10 миллиардов 875,9 миллионов и 11 миллиардов 484,6 миллионов рублей. Прошу рассмотреть данный законопроект. Спасибо за внимание. Так мы увеличиваем расходы в этом году, вернее на 2021 год по сравнению с 2020. Да, на 212. Вот это акценты надо и докладывать депутатам, чтобы понятно, либо мы тот же фонд принимаем, который был в прошлом году, или в чем его изменение, качество изменилось. Самое основное, что субъект... И отреагировали ли мы на ковидную инфекцию, которая у нас идет в стране сегодня, в фонде. Это как-то затрагивает или нет изменения? На 21 год? Затрагивает, да? Да, да, да. Хорошо. Коллеги,
Предлагается проект закона о фонде медицинского страхования на 21-й и последующий плановый период принять за основу. Прошу проголосовать за основу. Поправки есть? Есть. Две. За основу принимается и ВКС. За? За, спасибо. Все. Надо их...